Если вы хорошо работали всю неделю, пора задуматься, как отлично провести выходные, в чем мы вам сейчас и поможем. Итак, 18 июля Оренбургскому цирку исполняется 80 лет. Отрадно отметить, что цирк Оренбурга является одним из немногих цирков России, в котором имеется собственная труппа – мега-цирк. Ее выступления пользуются популярностью не только у жителей Оренбурга, но и в других городах России и зарубежья. Если хотите от всей души посмеяться, приходите на представление по адресу улицы Кобызева, 45, в 17:00. В России отмечается огромное количество праздников, которые пришли из-за рубежа. В эту субботу, 18 июля, в Зауральной роще в 16:00 состоится Танабата 2015. Что это вообще такое и что ждет гостей мероприятия, расскажет организатор. Танабата – это старинный японский праздник. Пришел он туда из Китая. А это как День всех влюбленных, только по-японски. Он же называется «Праздник звезд». В конце праздника запускаются светящиеся кораблики по реке. У нас проходят веселые конкурсы, конкурс косплея, если ребята выступают в костюмах, песни поют, турнир по твистеру, запускаем воздушных змеев, устраиваем водную битву. Еще один зарубежный праздник проходит в эту субботу в Оренбурге. Это фестиваль красок Холли в 18:00 на парковке клуба «Шаттл». Партнерами выступает компания «Уфанет», и компания готовит приятный сюрприз для тех ребят, которые придут. Так что не бойтесь быть запачканными и приходите веселиться. Кстати, мероприятие проходит в Оренбурге не первый раз, и вот вам наглядный пример того, как это происходит. После такой насыщенной субботы можно и духовно отдохнуть, например, сходить на выставку Рене Магрит. В Оренбургском музее изобразительных искусств представлено 48 цветных литографий мастера. Причудливые образы художник объединяет в своих работах, точное изображение предметов, окружающие нас в повседневной жизни, а также образы и мотивы, знакомые каждому по мифам, литературе и живописным произведениям прошлого. Магрит нарушает привычный нам порядок вещей, тем самым вводит разум в состояние оцепенения. Так что обязательно сходите, переулок Каширина, 29, с половины 10 утра до 6 часов вечера. 19 июля у вас есть возможность посетить фотовыставку «Рассказы». Называется она так, потому что каждый фотографии прилагается маленький рассказ, что помогает лучше прочувствовать работу фотохудожника над его работой и окунуться в мир красоты и искусства. Улица Володарского, 13. Не пропустите!